Особенные дети с непростыми диагнозами, со сложными судьбами. Но несмотря на это, не менее креативные и талантливые. Они – участники масштабного фестиваля «Солнце в каждом». Их много, их 300. Все они разные, но их объединяет одно – неподдельная вера в лучшее. И эту надежду они выражают в своих фотографиях, в своих подделках, рисунках. А кто-то учебу поставил на первое место, и, быть может, в скором будущем мальчишки и девчонки, участники фестиваля «Солнце в каждом», победят на олимпиадах самого высокого уровня. Учится он очень хорошо, за его старания, за его такое усердное рвение к учебе, к труду, ко всему поставленным целям. Конечно, это все заметили нас педагоги. Увлекается он, у него очень много увлечений, он очень любит заниматься программированием. В Бресте мы вообще стараемся где-то делать свои выставки, ну, потому что фотографии, мне кажется, достаточно интересные, люди тоже хвалят. Вот сейчас, на данный момент, выставка на набережной в детской библиотеке с другими тоже талантливыми особыми детьми. Фестиваль «Солнце в каждом» – масштабная инициатива. Здесь любой мог найти занятие по душе. Кто-то реализовал себя в играх из Портландии, кто-то фотографировался в фотозоне, другие отдали предпочтение зоне аквагрима. Но больше всего людей собралось на благотворительной ярмарке продажи. Яркие рисунки, эксклюзивные подделки, новогодние елки, шары и атрибуты рождественских празднеств. Участники фестиваля приобретали детский хендмейд с огромным удовольствием, понимая, что все вырученные средства пойдут на оказание помощи особенным детям. Основная цель этого мероприятия – показать, в первую очередь детям, что они не одиноки, о них помнят. Привлечь внимание и окружающих, что среди нас есть такие люди, и мы должны быть более внимательны к ним, относиться более внимательно, видеть их и понимать их, так сказать, те проблемы, которые у них есть. Привлечь внимание спонсоров, привлечь внимание всех людей. Мероприятие очень важное. С человеческой точки зрения надо обязательно поддерживать тех людей, которые в силу своих каких-то жизненных обстоятельств, природных обстоятельств оказались в такой жизненной ситуации, когда им надо больше, чем всем остальным, уделить внимание, больше уделить любови, заботы человеческой. Не остались без внимания и одаренные дети, отличившиеся в учебе и творческих конкурсах. На сцену выходили мальчишки и девчонки брестских школ и гимназий. Для многих грамоты и дипломы, полученные, быть может, впервые, станут мотивацией для будущих достижений. Сегодня ребят по предложению школ будут награждены памятными подарками. В числе награжденных ребята, которые имеют ограниченные физические возможности. Юбилейный фестиваль «Солнце в каждом» собрал около 500 участников, в числе которых были особенные дети, их родители и волонтеры. Нельзя не отметить, что благодаря неравнодушным людям, коллективам предприятий и учреждений этот праздник детского творчества состоялся, согрев каждого ребенка лучиками большой любви и заботы взрослых людей.